новый техрегламент. Все обсуждают его. Я его, честно говоря, так краем уха услышал. Возможно, с Нового года, с 21 года все меняется. На бэушные машины нельзя будет делать переоборудование. Также платформа тоже касается. Всем привет! На связи Вальдемар. Хочешь испортить себе настроение? Заедьте не так. Так что мы сейчас прокатимся. Сегодня у нас 23 сентября. Еду просто, честно говоря, мимо эвакуации и лишь заехать, посмотрю, что там происходит. Настроение, видно, у меня сегодня слишком хорошее, поэтому заездом туда подобосрется. Прям снимаю, еще не видел, что там. Красавчик мой стоит. Привет. Ну а наконец-то сзади его снять можно. Палка какая, можно рыбу ловить. Дверки появились. Итак, еще раз доброго времени суток. С вами Вальдемар. Еду я в тени Толкай. 28 сентября. Везу фонари задние, которые у меня Василий попросил, чтобы под них сделать места, крепления и так далее. Заодно посмотрим, потому что 28 сентября уже. Ох, про сроки что говорить. Печаль и боль. Быстренько забежим, посмотрим, чтобы как вам показать. Для тех, кто думал или уже спасся благодаря этим выпускам, не обжегся у таких производителей. Погнали, посмотрим, что там происходит. Сейчас заезжаю через КПП на территорию, где находится у нас любимая моя организация. Охранник улыбается, ну ты прям вообще, смотрю, у них постоянный клиент. Ну, кроме как матом, мне нечем было ответить, почему я сюда езжу. Так что, ребятки, в общем, мы подъезжаем. Такая у нас большая территория, здесь тут и бетон, там вот и гидравликой занимаются. Пойдем посмотрим, дадим лампочку, что там за несколько дней произошло. Я думаю, ни хрена там ничего не было. Пойдем со мной, в общем, смотреть. Еще какой-то КамАЗ появился. Коробочки надо как-то это все взять сейчас. Так, машину закрывать не надо. Нечем. Ну что, изучаем, что у нас нового. Соответственно, эти все уголки, все это тоже подсказка, что будет
делают. Еще есть такой момент. Здесь вот блок АБС стоит. И они мне, так сказать, сломали крышку. Трещину. Все как-то они не поменяют. Я думаю, комментировать здесь излишне. Еще один такой нюанс заметил, что в машине, я так понимаю, салон засрали максимально. Прыгает туда-сюда, ее заводят в спецодежде соответственно. К примеру, когда строился Форд в спецбуксире, там все сиденья были пакетиками завернутыми, руль обмотан был пакетиком, все, я забрал машину чистую, слегка припыленную пыль, все, вообще четко все сдал. 28 сентября сегодня. Слова, как обычно, не держу. Когда это закончится, неизвестно. Но буду все показывать. Так что спасибо за просмотр. Можете поставить лайк.